мной, старшими пограничных нарядов, принято решение об отказе о въезде в Украину в связи с тем, что вы находились на временно оккупированной территории Крым, и согласно этого вы нарушили часть 2 статьи 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, порядок въезда на время оккупированную территорию и выезда с ней, утвержден постановлением Кабинета министров Украины номер 367 от 4.06.2015 года. Будет мной проставлен штампом запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Если на протяжении 3 лет вы попробуете въехать на территорию Украины, вам будет продлен срок запрета въезда на территорию Украины еще на 10 лет.